Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Мужская компания» и я ее ведущий Егоров Вячеслав. Мы приехали на реку, достаточно большую. Целью нашей ловли сегодня будет окунь. Кстати, окунь, как я уже слышал, здесь неплохой. То есть до килограмма бывают экземпляры попадаются. Стандартный 300-400 грамм. И нам остается только идти на вечернюю зорьку, на разведку в поисках окуня. Запроса, и что-то бьется у нас на той стороне снасти. Ух, какой хороший окунь, бойцовский такой окунь. Так, я думаю, что нужно взять подсадчик, наверное. Ой-ой-ой, ух, напугался. Ага, я еще не отрегулировал. Ну вот, не ожидали сразу. Есть. Мы поймали окуня. Причем, я бы сказал, такого горбатого, хорошего. И он нас все перепутал. Так, мы пока его там сейчас оставим. Так как мы не приготовили ничего, нам надо бы сейчас еще приготовить кацанги. То есть это наша небольшая коробочка с воблерами. Ой, холод пищит. Рыба есть. Где-то тут у нас... Вот они, наши родимые. Приготовим сразу инструмент. Так, ну вот это ему точно не надо будет. Мы пока уберем. Я почему так спокойно себя веду? Потому что... Окунь уже в подсадчике, а вот нам инструмент понадобится. Мы его сейчас приготовим и будем доставать этого окуня. Так, нежно и аккуратно. Иди сюда, родной. Да все. Все дребезжит. Окунь бьется из последних сил. Мы, правда, еще даже не успели заякориться, нашли вот только первую точку. И сразу же на второй проводке. Так, воблер мы будем доставать потом. Ну, слушайте, он же здоровый, смотрите. Вот это, ну, килограмм, я думаю, в нем есть точно. Такой красавец. Окунишка. Приятно половить таких окуней. Стандартный, но надо его освобождать все-таки. Ой, он тут все перепутал у нас. Ага, понятно. Мы сейчас освободим окуня, а потом уже будем заниматься воблером. Как-то вот он неудачно. Да, вот здесь без инструмента никак нельзя. Воблер потом распутаем. А сейчас я вам продемонстрирую вот этого хорошего окуня. Вот так вот. Ловля окуней на воблер. Но опять же, это перспективная точка. Сейчас я... Так, у нас где-то был кукан. У нас вообще ничего не готово. Я думаю, что... Давайте его оставим. Вечером мы здесь будем несколько дней. Думаю, парочку-то мы точно выходные здесь будем. Я думаю, что на копчение этот окунь нам пригодится. То есть первого мы все-таки оставим. И сейчас мне надо будет просто каким-то образом это все... Давайте я сейчас пока его сюда брошу. Пусть он там поболтается. Сейчас я достану кукан. Вот это опять же о чем говорит? О том, что... Не совсем мы были готовы, то есть поторопились, захотелось нам сразу половить рыбки. Вот. И кукан мы будем использовать цепной. У меня их даже целых два.
Распутывание куканов будет происходить долго. Давайте мы сейчас на этом остановимся. Я его прицеплю и потом продолжим. Пауза. Короткая пауза, и мы продолжаем оприходовать нашего окуня. То есть кукан мы уже сейчас прицепили. Мы даже приготовили карабин. Вот, расстегнутый. Это для того, чтобы быстрее управляться с рыбой в лодке, чтобы она у вас не испачкала здесь ничего, не вырвалась там и не убежала. И сейчас я этого окуня, который нас ждал в подсадчике. Ух, ух, он ожил, а. Такой толстый. Иди сюда. Его еще не взять. И вот этого красавца. Мы будем сажать на кукан. И вот здесь главное, чтобы он не убежал. За нижнюю губу мы пробиваем ему челюсть. Не челюсть, а пленку. Ну, такая пленка еще не просто так это сделать. Вот. Теперь у нас точно никуда не убежит. Видите, он даже меня поранил слегка. Ну, у нас есть аптечка. Вот. Все. Теперь этот красавец у нас на кукане. Никуда не денется. А мы сейчас посмотрим, как мы травмировались. Ну, посмотрите, прелесть. Вот таких окуней стоит половить. Сейчас мы. А, не сильно, он меня просто иголками уколол. Это еще раз говорит о том, что надо все-таки соблюдать технику безопасности. То есть аптечка у нас есть там в машине. Вот, а здесь, ну, во-первых, хотелось бы сказать, что все-таки погода, был ветер, а сейчас как-то стихло. Я думаю, что вечерняя зорька прям будет очень хорошая. И мы сейчас вернемся на старую точку и там еще раз на этой точке половим. Ну, вот когда вы не знаете реку, конечно, с эхолотом лучше ее читать. То есть у нас я эхолот вообще сделал, чтобы вот рыба только максимальную показывала рыбу. Ну и в общем-то рыбу я сейчас уже не ищу. Уже опыт, наверное, сказывается. То есть мне не нужна рыба, мне нужно смотреть рельеф дна. Вот и мы сейчас здесь вот нашли. И сейчас туда потихоньку вернемся и еще раз воблером покидаем. Все, выплываем на точку. Рыбалка началась.